сколько времени ваш кот может провести без вас. Мы не деревья и вовсе не обязаны всю жизнь просидеть на одном месте. Нужно хотя бы иногда куда-то выезжать, минимум на дачу, максимум в отпуск. Что делать с домашним питомцем? На какое время можно оставить кота одного? Все зависит от индивидуального характера вашего пушистика. Считается, что кошки больше привязываются к дому, чем к человеку, но бывает и наоборот. И если ваш питомец из таких, постарайтесь надолго не оставлять его одного. Сколько времени кот может пробыть один? По мнению ветеринаров, самое оптимальное время для одиночного затворничества кошек не более 3 суток. Однако такой срок подходит не всем. Некоторые питомцы начинают отчаянно тосковать через сутки. А другие, особо самостоятельные создания, могут просидеть и более 3 суток. Главное, чтобы у них был хороший запас воды, еды и чистых лотков. Да, если вы уезжаете на несколько дней, придется потратиться минимум еще на 1 лоток. Итак, рассмотрим все временные периоды, на которые можно оставить питомца, и узнаем, как к этим периодам подготовиться. Сутки. Это самый безопасный и сравнительно комфортный период, на который можно оставить кота в одиночестве дома. Естественно, при этом питомец должен быть взрослым, абсолютно здоровым и не нуждаться в уходе. Кошки так много спят, что в первые сутки многие из них даже не успевают соскучиться по хозяевам. Единственное, в темное время суток их будет мучить смутное подозрение, что их человек где-то сильно задержался. Но если вы и так постоянно пропадаете на работе, то питомец просто лишний раз для поднятия настроения пройдет круг почета. Ну вот, поели, можно и поспать. И встретит вас без особой обиды и ревности. Напоминаю, оставьте коту в достаточном количестве пищу и воду. Поставьте 2-й лоток. Если ваш кот скучает без вас, есть породы, особенно ориентированные на человека. Позаботьтесь об игрушках и развлечениях для животного. Оставьте ему большие и маленькие коробки из-под обуви, мячики, резинки. У кота должны быть какие-то интересности, которые могли бы его отвлекать от грустных мыслей. 2 суток. Некоторые питомцы в зависимости от темперамента начинают злиться, тосковать и даже паниковать в отсутствии хозяев. И вот тут, если вы вовремя не убрали бьющиеся вещи или свои тапки, или не прикрыли диван пледом, ваши вещи могут пострадать. Минимум сюрприз в тапках, максимум большой погром в доме. Приготовьте запас еды и питья, озаботьтесь дополнительным лотком. Если ваш кот до этого жил на естественном питании, за неделю до поездки приучите его к сухому корму. Начинайте подмешивать сухой корм в обычную пищу питомца. 3 суток. Ваш питомец начинает догадываться, что произошло что-то неладное. Во-первых, кота беспокоит мысль о том, что его человек бросил или забыл своего 4-лапого друга. Во-вторых, он может начать инспектировать оставшиеся запасы еды и, возможно, придет к неутешительному для себя выводу. В-третьих, а где 3-й лоток? В первых 2 уже есть много ненужного, и никто не пришел, и эти лотки не почистил. В общем, как вы сами поняли, на 3 суток вам придется запасти побольше еды. Лучше всего ее оставить в разных мисочках. То же самое сделать с водой. Возможно, ваш питомец от стресса будет больше пить и есть. Ну и запасной лоток поставьте. А что вы хотели? Будьте готовы к тому, что, возможно, вас будет ждать по возвращению не самый ласковый прием. Как минимум, вас встретят у порога и все вам тут же выскажут. Отчитывать будут долго, с чувством, с толком и расстановкой. И это еще если характер вашего питомца незлобивый. Если же кот у вас обидчивый и мстительный, вспомните, о чем говорилось выше, и обследуйте квартиру.
Возможно, где-то вас ждет неприятный сюрприз. От 3 суток и дольше. Для вас неделя промелькнет моментально, а вот для кота это очень и очень длинный период. Помните, что кота жизнь длится гораздо меньше, чем человеческая. Вот и срок в неделю для вашего кота будет соизмерим с вашим месяцем. Если вы не можете взять пушистика с собой и не нашли отель, где могли бы оставить его на время отпуска, попросите кого-то из родственников, друзей или соседей присмотреть за питомцем. Как минимум поменять наполнитель в лотке и подсыпать корма. Как максимум немного поиграться с кошкой и погладить ее. Желательно, чтобы животное уже было знакомо с этим человеком. В таком случае кошка буквально бросится ему на шею, жалуясь на гадких хозяев, которые оставили несчастного пушистика в одиночестве. Возможен вариант, что питомец напротив испугается чужого человека в доме и начнет прятаться от него, забиваться в темные углы или под кровать и не выходить, пока незнакомец не покинет квартиру. Все индивидуально. Считается, что кошки более ласковые и миролюбивые, чем котики, и легче идут на контакт с малознакомым человеком при первой встрече. Какие могут быть последствия? Они могут быть, а могут и не проявиться. Владельцы кошек признаются, что после их долгого отсутствия хвостики нередко меняют свое поведение. Они могут явно и демонстративно обижаться, не подходить к человеку и прятаться от него. Могут начать громко мяукать или царапаться. Остается надеяться, что ваш питомец достаточно отходчив и не станет долго дуться. Вы же завтра снова в отпуск не собираетесь? Я надеюсь. Я проснулся на рассвете, я от счастья сам не свой. Мы сегодня в отпуск едем и кота везем с собой. На него билет в багажной кассе дали без хлопот. Пристаю я к маме, как же, не багаж ведь он, а кот. Проводница, улыбаясь, посмотрела документ и сказала: «Кот не заяц, если есть при нем билет». Что-то плохо понимаю я их этот взрослый мир. Но отныне точно знаю, кот, он тоже пассажир. Ехать долго, мама дремлет под уютный стук колес. Ждет нас бабушка в деревне, я пастись не буду коз. Ждут меня овчарка Чара и соседский пес Мухтар. 5 крольчат, цыплят 3 пары или, может, 30 пар. Я шепчу коту на ушко: ты не станешь там скучать, покажу тебе лягушку, только чур не обижать. И ловить не вздумай птичек, не тащи улиток в рот. Ты ж у нас вполне приличный городской домашний кот. Есть у бабушки 2 кошки, и котята должны быть. Познакомитесь немножко, будешь прыгать их учить. Кот не рад. В глазах смятенье, он в окно глядит с тоской. «Ну зачем вам та деревня? Мяу! Я хочу домой!» Друзья, а вы берете с собой питомца, когда уезжаете в отпуск? Если нет, то кто заботится о нем в ваше отсутствие? Обязательно расскажите об этом в комментариях. А также не забудьте поделиться видеороликом со своими друзьями. Еще не подписаны? Скорее подписывайтесь! А также жмите на колокольчик под видео, чтобы не пропустить новые выпуски «Живой планеты». До новых встреч, друзья! Берегите себя и наш маленький, уютный дом под названием «Земля».